Работа наркокурьеров – это как пушечное мясо. Бросали прям грудных детей под спецназовцев. Они даже не знают, кто кого заражает. Венерическими заболеваниями, плюс еще ВИЧ-СПИДом. Человек раскрепощается, а педофилии туда вовлекаются. Это и зоофилия, то есть используем животных. Вскрыл посылку, где находилось около 4 килограмм синтетических наркотиков. Можно сказать, уже обленился, что ли. Он оставлял закладки именно в том же доме, где он живет. В правоохранительных органах я работаю 29-й год, из 19 лет занимаюсь именно профилактикой преступлений, связанных с незаконным оборотом психоактивных веществ. В 2006 году вышло первое постановление правительства, которое было направлено на предотвращение фактов сбыта психоактивных веществ на территории Казахстана. Предусматривался большой пласт работы. На тот момент, это получается 2000-е годы, так называемые, на территорию Казахстана массово начали поступать наркотики опийной группы, то есть самый героин. В связи с тем, что наша республика находится на северном маршруте, это пересечение афганского героина идет по так называемому северному маршруту, пересечение нескольких государственных границ, это Таджикистан, Кыргызия, Казахстан и попадает потом же в Российскую Федерацию. Большой вал именно психоактивных веществ героиновой группы оседал у нас на территории Казахстана. Были приняты меры по предотвращению снижения фактов о влечении подрастающего поколения именно в употреблении героиновой группы. Если брать для статистики, в 2006 году на территории Астаны было взято всего лишь 100 грамм героина нашим подразделением. На тот момент этот наркотик был видом новым для нас. То есть специфика отработки его была то, что узкие этнические группы занимались сбытом психоактивных веществ, не подпускали к себе информаторов для освещения их деятельности, как это вообще происходит. То есть мы начинали работать с нуля по предотвращению фактов сбыта именно вот таких вот наркотиков. До этого у нас на рынке были всевозможные другие наркотики, такие как тоже самопийная группа, но это экстракт опия сердца, так называемая ханка. Но героин — это уже более такой современный был наркотик, который поступал на территорию Казахстана. Было зарегистрировано очень значительное количество передозировок данных видов наркотиков. По статистике, только в 2006 году на территории столицы было зафиксировано порядка 76 фактов доказанных трупов вследствие употребления именно данного вида наркотика. Работа была прям активизирована всеми государственными органами, неправительственными сектором, ну и со временем нам удалось переломить все-таки ход развития в нужное русло, потому что была большая работа по профилактике подростковой наркомании, ну, укрепление государственных границ и так далее. То есть большая работа в то время проводилась по борьбе с героиновой группой. На сегодняшний день ситуация кардинально поменялась в связи с тем, что в пандемии люди были отвлечены от посещений рабочих мест, научились работать онлайн, удаленно. И наркопреступность тем фактором воспользовалась. То есть открывались крупные сети наркомагазинов, которые работают по сбыту синтетических видов наркотиков через интернет. То есть на сегодняшний день происходит бесконтактный сбыт наркотиков, то есть потенциальный наркопотребитель не видит своего наркодилера, у которого он покупает наркотики. За истекший период только 9 месяцев на территории столицы было задокументировано 936 наркоправонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Статистика, конечно, такая удручающая, что если брать по сравнению, за 275 дней, которые мы с вами прожили, было за практически каждый день привлекается к уголовной ответственности до 4 человек. За каждым уголовным делом это жизнь человека, это чья-то судьба. Наркопреступность сейчас массово вовлекает активно подрастающее поколение. Есть факты вовлечения уже более взрослых людей, это 45+, такой возраст, когда люди попадают именно в зависимость от факта употребления либо в сбыт наркотиков. То есть и работа проводится по всем направлениям, особенно большой акцент делается именно на профилактической работе. Сбыт наркотиков, как я уже сказал, происходит через интернет-ресурсы путем перевода денег на интернет-счета наркопотребителя. Магазин получает эти деньги, скидывает через телеграм-ботов всевозможные завуалированные сообщения о месте локации наркотиков, фотографии примерно и цифровые данные, геопозиции, где может находиться психоактивное вещество. Как правило, у нас в интернет-ресурсы попадают факты, где наркопотребители, к сожалению, ищут только наркотики. Ну, научились сейчас работать в том плане, что сейчас привлекаем именно на вооружение, ставим цифровизацию нашего города. Это использование Сергек, камер видеонаблюдения, КСК, торговых домов, с помощью которых мы раскрываем данные преступления. Один из случаев, который вот недавно был задокументирован, сотрудником Центра оперативного управления был замечен
передвижения автотранспортного средства не в жилом массиве. То есть привлек внимание. Получается, строительный объект был, там как стройка. Новый жилой комплекс строится, он заканчивается, и там идет как пустырь. Человек выехал именно на пустырь, за дома, где люди не проживают. Чем и привлек для себя, к себе внимание. Сотрудником Центра оперативного управления департамента полиции был сразу незамедлительно вызван по данному факту автопатруль с целью проверки информации. Ну, что привело к разоблачению деятельности человека, который занимался закладками в крупных объемах. То есть подняли наркотики порядка 400 грамм, которые он оставил с целью дальнейшего сбыта. И по месту жительства у него было изъято около 4 килограмм психоактивных веществ различных групп. То есть это и каннабисная группа, и опийная группа была у него, и синтетические наркотики, которые предназначались для сбыта. Проводя большую профилактическую работу с подростками, мы сталкиваемся с такими факторами, что подрастающее поколение, в принципе, на сегодняшний день владеет информацией о всех пагубных последствиях, которые наступают во время употребления психоактивных веществ. То есть проблемы со здоровьем, проблемы с законом, финансовые проблемы, проблемы с социумом. На эти вопросы наши дети отвечают. Но мало кто из них отвечает, что за наркопреступление в Казахстане уголовная ответственность начинается с 14 лет. Мало кто знает, что за наркопреступление в Казахстане предусмотрен максимальный срок наказания – это пожизненное лишение свободы. Как правило, наши подростки, особенно студенческая молодежь, сетуют на то, что я немного поработаю, заработаю денег, либо закрою свои какие-то кредиты, приобрету для себя какие-то новые вещи, либо гаджеты. Я оттуда с этой работы уйду. Как бы вот обидно ни звучало, зачастую, да, вот мы уже с вами статистику обсудили, попадаются именно студенты, студенческая молодежь, иногородние, которые приезжают в столицу. Это, во-первых, самостоятельная жизнь, можно так сказать, да. Опять же, поток столичной такой энергичной жизни захлестывает. Охота посетить какие-то увеселительные заведения, не отставать от своих сверстников в брендовых одеждах, приобретение гаджетов, что и подталкивает зачастую заниматься правоправными действиями. Где-то еще играет понятие, как юношеский максимализм, что поймают только меня, про меня не узнают, меня не видят и так далее. То, что мои деяния будут останутся для всех в секрете. Там большой вход, выход с наркомагазина очень узкий, то есть оттуда практически невозможно выйти, потому что тебе начинают вплоть до того, что предоставлять тебе же видеосъемку твоей деятельности, как ты занимаешься закладками, либо, если ты варщик наркотиков, как ты их изготавливаешь, вплоть до того, что если ты сейчас в правоохранительные органы обратишься, мы предоставим материалы с целью компромата тебя и привлечения тебя к уголовной ответственности. И люди, не зная своих прав, вот именно не знают, как оттуда выйти, как с этим вообще бороться. Зачастую встречаются факты, когда вовлекают наших подростков именно путем шантажа. То есть сбор компроматериалов всевозможных, это фото, видео, фиксация неадекватного поведения, может быть, обнаженные какие-то фотографии. И псевдо-друзья начинают шантажировать тем, что данная информация будет достоянием общественности. Молодые люди идут на шантаж, то есть и становится такой механизмом управления, то есть могут и быть причастны к незаконному обороту наркотиков, как изготовление наркотиков, передачи, закладки, оставление всевозможных закладок с психоактивными веществами. Хотелось бы здесь немножко на моменте остановиться, что диспозиция статьи 296 Уголовного кодекса «Незаконное хранение наркотиков» в случае добровольного отказа от преступной деятельности освобождают от уголовной ответственности. Это говорит о том, что при выявлении таких фактов, может быть, у кого-то есть созависимые от таких фактов там, друзья, знакомые, может быть, родственники. Надо просто посоветовать, чтобы обращались в любом случае в правоохранительные органы, будут проводиться расследования, будет устанавливаться вина уже совершенных деяний тем или иным лицом, и будут устанавливаться лица, которые заставляют заниматься противоправными действиями, кто заставляет путем шантажа делать те или иные вещи. В любом случае, мы уже не раз доказывали на собственном примере ребятам, что при задержании их наркомагазин выкладывает всю информацию на них, которая есть, наркосети, под такой маркой, что человек начинает заниматься двурушничеством в наказание того, что они слили информацию правоохранительным органам, после чего его задержали. Вплоть до того, что человека даже обливает грязью. Хотя при трудоустройстве наркомагазин обещает юридическое сопровождение всех уголовных материалов, безопасности и так далее. То есть человек для наркомагазина выгоден, пока он работает. По статистике, работа наркокурьера, который оставляет закладки для магазина, обходится всего лишь 2500 тенге за одну закладку. Себестоимость закладки для наркопотребителя возрастает уже до 20-25 тысяч тенге
То есть на нашем языке работа наркокурьеров – это как пушечное мясо, разменная монета для наркомагазина, который отдает, так сказать, условно заработок какой-то за те или иные деяния. Молодые люди, не осознавая то, что они легко устраиваются на такую работу, потом, к сожалению, уже выйти оттуда невозможно. Сами предоставляют наркомагазину всю информацию, которую они запрашивают, это ИНы, домашние адреса, место проживания, данные своих родителей, то есть сами предоставляют всю информацию, которую можно использовать против них для наркомагазина, чем в дальнейшем последние пользуются с целью шантажа, угроз и так далее. Были факторы, когда установлен факт сбыта несовершеннолетним, он являлся членом олимпийской сборной, да, входил в сборную команду олимпийского резерва. То есть факторы вовлечения, я еще раз повторяю, там, для наркомагазина не важно, кто ты, какой у тебя социальный статус, используют по максимуму возможным как человеческий ресурс. То есть каждая история уникальна. Бывали такие случаи, когда задерживали этническую группу с использованием спецназа. Это был 2012 год, если не ошибаюсь, когда грудных детей кидали под сотрудников правоохранительных органов и на спецназа подсчетового с целью выиграть время для уничтожения вещественных доказательств, которые у них находился дома. Да, бросали прям грудных детей под спецназовцев, под ребят, с целью выиграть время, опять же, для того, чтобы избавиться от вещественных доказательств. Тогда мы изъяли 3 килограмма героина. На сегодняшний момент можно в любой аптеке приобрести экспресс-тест по установлению фактов потребления психоактивных и наркотических веществ. Цена такого теста в среднем 4,5 тысячи тенге. Она варьируется в зависимости от производителя. Может быть, отечественный производитель, может быть, импортный производитель. Есть тесты, которые разом могут определить до 12 видов наркотиков, которые находятся в организме человека. Сейчас проводится такая информационная большая разъяснительная работа среди родителей, что можно в любой аптеке купить эти тесты, провести со своим ребенком разъяснительную работу, что, наверное, будет являться одним из пороговых страхов, что я могу домой прийти после гулянки, и меня дома родители могут протестировать и установить факт именно употребления наркотиков в организме. Употребление наркотиков – это ассоциация наркопотребителя сразу со шприцом в руках. Сейчас все виды наркотиков, которые есть на рынке, они употребляются перорально, путем курения, путем вдыхания, употребления каких-то капель, но никак без использования инъекций, без шприцов. Что, наверное, и вызывает такую волну интереса к этим наркотикам, что это не страшно, это не больно, это всего лишь попробовать. Мало кто задумывается, что практически мгновенно возникает зависимость от их употребления. Одна из таких вот удручающих статистик, что при работе со спеццентром мы столкнулись с такой статистикой, что в 2023 году на территории Астаны было задокументировано 236, если не ошибаюсь, новых видов ВИЧ-СПИД-заболеваний. В этом году за первые два квартала на территории столицы было задокументировано уже порядка 400 новых видов заболеваний у пациентов. То есть сейчас интим-услуги предоставляются за употребление совместных психоактивных веществ и наркотики. Наша молодежь при употреблении наркотиков занимается групповым сексом. Естественно, никаких вопросов по защите, предохранению там не стоит. И вот после таких вот тусовок, как называемых, они даже не знают, кто кого заражает венерическими заболеваниями. Там не однополые сети, там разношерстные вообще занятия сексом. То есть там и идет вовлечение и детской педофилии туда вовлекаются. Это и зоофилия, то есть используем животных. То есть выбор альтернатив именно под употреблением наркотиков очень велик. Человек раскрепощается, любвеобильный становится. Интересно попробовать те или иные ощущения, то есть именно в сексе. И получаем то, что получаем. К сожалению, на сегодняшний день нет единого ответа, почему молодежь знает все пагубные употребления психоактивных веществ, но они все-таки вовлекаются. Очень много факторов, когда они разношерстны, каждая судьба, то есть кто-то вовлекается по праздному любопытству, кто-то от безделья, кто-то хочет поднять свой статус среди подростков, быть крутым, что ли, среди своих сверстников, что я уже употребляю психоактивные вещества. Кто-то по незнанию, кто-то за, как они говорят, за компанию и так далее. То есть факторов очень много. Последнее вот у нас сейчас идут увеличение фактов вовлечения, это уже взрослого поколения, 40-45+, состоятельные люди, которые имеют свой бизнес, семьи,
большой жизненный опыт. То есть есть такие факторы, когда вовлекают именно уже такое поколение. Как правило, все происходит как будто по написанной копирке, то есть совместное употребление алкоголя. Кто-то из компаний предлагает все-таки попробовать наркотики с целью снятия синдрома алкогольного опьянения. А следующий шаг — это любопытство. Пробует второй, третий раз. Потом себя ловит на мысли, что я употребляю наркотики не системно, то есть это раз в месяц, это за компанию, потом раз в неделю, и потом это уже переходит в цикличность, что состоятельные люди, которые имеют бизнесы, имеют финансовые средства, употребляют практически каждый день. Я был на повышении квалификации в Венгрии, в институте ЛА, и когда наши зарубежные коллеги начали говорить о новых видах наркотиков, которые появились на рынке, я думал, что на тот момент со стажем работы в 15 лет, именно в правоохранительных органах, которые занимаются узкопрофильной работой по предотвращению фактов наркотизации из населения, думал, я очень много знаю наркотиков. Попав в академию на повышение квалификации, я понял, что о наркотиках не знаю ничего. То есть настолько прогрессивна наркопреступность, вовлекают именно специалистов не только IT-безопасности, но и химиков всевозможных, менеджеров по безопасности, пиарщиков, пиар-менеджеров, которые пропагандируют, создают прям целую рекламу тому или иному виду наркотиков, знают, как его на рынке преподать, как увлечь новые слои населения, именно разрекламировать его. Первая нарколаборатория у нас была ликвидирована в 2019 году. Это был декабрь месяц. Молодой юноша, 17-летний, уроженец города Кипастус, под сопровождение своих кураторов наркомагазина приехал в столицу. Получая пошаговую инструкцию от своего куратора, нашел бабушку в частном доме, рассказал правдивую историю, что он является студентом одного из учебных заведений. Студенческой зарплаты ему не хватает, то он подрабатывает изготовлением лакокрасочной продукции для покраски автомобилей. За дополнительную плату снял себе у этой же бабушки заброшенную баню с подводом воды. И, опять же, получая пошаговую инструкцию от своего куратора на стороне магазина, начал изготавлять психоактивные вещества, эти синтетические наркотики. Через логистические компании ему были доставлены оборудование необходимое, это колбы, реагенты, формулы он получал по телефону, но он проработал не более недели. То есть соседи начали жаловаться на сильный химический запах, который начал происходить от дома, что невозможно дышать, и при проверке вот такой информации мы, первый раз, можно сказать, вышли на нарколабораторию, столкнулись вот с первым фактом, так сказать, коленной лаборатории, которая была организована у нас на территории столицы. При ее ликвидации мы изъяли разово 18 килограмм психоактивных веществ, готовых для производства. Плюс подняли две большие закладки, которые у нас стало наркотиков, на старом кладбище. На сегодняшний день мальчишка привлечен к уголовной ответственности и получил 7,5 лет строгого режима. Это двойное наказание. Его единственное, наверное, спасло то, что он не успел, по сути, сбыть ничего из своего товара, только изготавливал, у него получается только хранение. Да, 7,5 лет, и на момент совершения он не был совершеннолетним. То есть, как я уже сказал, у нас уголовная ответственность за наркопреступление начинается с 14 лет, не 16, это за сбыт наркотиков. Вот, все преступления, которые связаны с незаконным оборотом наркотиков, это тяжкие, особо тяжкие преступления, они сравнимы по законодательству как с убийством человека. В принципе, так и есть, что наркоторговля и предусматривает в конечном результате это летальный исход, либо трагический исход общей жизни. По подсчету специалистов, если разрешить вообще употреблять любой вид наркотиков на территории любого государства, государство изживает за 30 лет всего лишь. Не будет ни оборонной промышленности, не будет ни производства, ни оборонной мощи, которая может поставить за ту или иную землю. То есть некоторым, наверное, службам выгодно, так сказать, не объявляя никому войну, а вытравливать именно генофонд подрастающего поколения в любой стране. В 2022 году в 5 городах – Алматы, Астана, Чимкент, Петропавловск и Уральск – были размещены билборды с указанием QR-кодов магазина. Запущена промо-акция, надо было сделать скриншот на фоне этого билборда, пригласить трех своих друзей. И в момент X, там, в день X, был бы розыгрыш бытовой техники. А внимание привлекло наркополицейских на то, что на билборде была указана формула ЛСД, то есть наркотика. При проверке информации был установлен факт, что это действительно наркомагазин. Приняты меры по недопущению фактов распространения данной информации. Сейчас по согласованию с Акиматом, управлением внутренней политики,
вся информация, которая имеет QR-коды, она проходит согласование через департамент полиции с целью недопущения таких аналогичных фактов. После этого случая. С 2019 года введена санкция по статье 299, часть 1, прим. 1, незаконная реклама, пропаганда наркотиков. И она предусматривает уголовную ответственность от 3 до 6 лет лишения свободы. Один из фактов именно вовлечения в наркорекламу, можно вспомнить такой случай, когда женщина, являясь мать 4 детей, завуалируя свои преступные деяния, то, что она выгуливает ребенка в коляске, занималась расклейкой постеров с QR-кодами интернет-наркомагазина. При ее задержании у нее было взято 436 постеров, которые предназначались для дальнейшего распространения. За одну такую рекламу она от наркомагазина получала всего лишь 150 тенге. Но вот опять же факт, что сама воспитывает 4 детей, многодетная мать, но занимается вовлечением в преступные деяния и, наверное, правильно сказать, как загубленными жизнями других детей, которых она предоставляет для работы для наркомагазина. В январе 2023 года мы проводили большой флешмоб для таксистов общественного транспорта нашего, где нашли большую поддержку именно от акимата столицы. Был проведен флешмоб с участием порядка 350 автомобилей, когда ребята написали «нет наркотикам», выстроив надписи из своих автотранспортных средств. Была проведена большая разъединительная работа среди водителей данной категории. Кто принимал участие во флешмобе, несмотря на то, что у них был рабочий день, все откликнулись по первому зову на наше предложение поучаствовать в таком флешмобе широкомасштабном. Далее этот видеоролик расходился в средствах массовой информации, он транслировался и на телевидении, и на YouTube-каналах всевозможных. Ну и, можно сказать, принес свои плоды. Буквально месяц тому назад одному из водителей, который участвовал в флешмобе, его использовали в качестве курьера для передачи посылки. Он ее вез с Кокчетау в Астану. Вызвав подозрение поведения человека, который передавал посылку, сетуя на то, что человек оказался информирован о таких фактах, любознательным, вскрыл посылку, где находилось около 4 килограмм синтетических наркотиков, которые предназначались для сбыта дальнейшего на территории столицы. Незамедлительно, имея контактные телефоны, анонимные телефоны нашего подразделения, сообщил о данном факте, подключил данным реализации именно контролируемой поставки сотрудников правоохранительных органов. Был задержан полностью канал от получателя до отправителя. То есть это такой вот вопиющий факт. Был такой случай, когда таксиста вызвали как курьера на доставку, попросили привезти его контрацептивы в гостиницу. Зайдя в гостиничный номер, доставив контрацептивы, он заметил на журнальном столике большое количество психоактивных веществ, которые молодые люди употребляли. Сообщил на канал 102 о данном факте. На место были отправлены следственно-оперативная группа с целью проверки информации. И, по сути, в тот день изъяли порядка 100 грамм психоактивных веществ, которые употребляла молодежь у нас в гостиничных номерах. То есть мы говорим о том, что сейчас граждане становятся более информированы, то есть проявляя свою гражданскую позицию, делая пошту «я хочу жить в правовом государстве, в чистом от употребления наркотиков», поднимая, наверное, все-таки статус именно полицейских, именно доверие к сотрудникам правоохранительных органов, зачастую сотрудничают с нами и сообщают о тех фактах, которые им становятся известны. В этом году у нас был такой случай задокументирован, когда наркодилер, можно сказать, уже обленился, что ли, он оставлял закладки именно в том же доме, где он живет. В соседнем ЖК, то есть это смежный ЖК, там 2-3 дома между собой, он выходил в соседний подъезд, имея ключи от домофона, совместного паркинга, поднимался через паркинг, оставлял в соседних подъездах закладки своего же жилого ЖК. При отработке информации данное лицо было установлено, выявлено, привлечено к уголовной ответственности. Информация поступила от жителей этого же дома, что зачастую появляются незнакомые лица в подъездах. При отработке камер видеонаблюдения, демонстрации представителям КСК ОСИ, лицо было незамедлительно установлено, сказали, что это один из жителей нашего ЖК, то есть он живет в соседнем подъезде практически, и при отработке информации вот человек был установлен и привлечен к уголовной ответственности. Если раньше у нас были, так сказать, криминальные зоны, такие пораженные, да, как лесозавод, мясокомбинат всевозможные, да, вот кто давно живет в этом городе, знает, что там пригородные какие-то были, поселки такие, куда сотрудники правоохранительных органов как бы не дотягивались. Сейчас именно наркотизация идет вне зависимости от геологического вообще расположения места, то есть
Закладку можно встретить в любом месте, кроме, наверное, охраняемых зон, каких-то там правоохранительных органов. Это парковые зоны, еще раз повторяю, какие-то места, где нету камер видеонаблюдения. Для удобства потребления и избыта наркотиков используется вся локация нашего города. Были задокументированы случаи, когда при отработке информации в отношении конкретного лица была получена информация, что он является наркосбытчиком, предоставляет наркотики, он является доставщиком еды. Свою термосумку для доставки еды он оборудовал второе дно, где сверху находились продукты питания, а вторым дном он оставлял именно место для транспортировки психоактивных веществ. Бывают случаи, когда доставляют кофе, но это происходит уже, когда доверительные отношения, когда именно наркопотребитель знает своего курьера, у кого он приобретает, и с точки А в точку Б, чтобы доставить, они защищаются, завуалируя, наверное, свои закладки и места сбыта наркотиков под продукты питания. То есть были такие даже факты, когда в стаканах из-под кофе с двойным дном пресекалась деятельность, когда наркодилер отпускал своим клиентам под видом доставки кофе, хотя под кофе находились уже наркотики. То есть есть выражение, как голь на выдумку хитра, да, что наркодилеры все новое и новое используют правила, как можно использовать свою деятельность именно с целью не быть привлеченным к уголовной ответственности. Я родился и вырос в городе Актау, это западный Казахстан, бывший город Шевченко. Будучи 14-летним подростком, я впервые столкнулся вообще с фактором употребления психоактивных веществ, наркотиков на территории этого города. Мои сверстники начали употреблять марихуану на тот момент. Были случаи употребления сверстниками, это аптечная наркомания, вот опять же, к которой мы возвращаемся, это всевозможный перечень аптечных препаратов, который на тот момент был вообще бесконтрольный, он был такой инновационным вообще находкой. Передавались, наверное, названия таблеток из уст в уста. Молодые люди начинали шерстить аптечки домашние, то есть с целью нахождения препаратов. Были поиски армейских аптечек, где там находились определенные таблетки, которые вызывали наркотическое и галлюциногенное опьянение. С первыми фактами вовлечения подростков я встретился в 14 лет. Как бы наложило такое неизгладимое такое впечатление, что мои сверстники могут употреблять наркотики, а цель дальнейшего употребления непонятна была. После чего, уехав с города Актау, я закончил Академию МВД в городе Алма-Ате, по распределению попал сюда. Судьба абсолютно не связывала меня никак именно с наркоструктурой. Я работал в криминальной полиции долгое время. Но когда вот предложили именно работу в управлении по борьбе с наркобизнесом, я ни на секунду, наверное, не задумывался, что я знал, к чему это все-таки приводит. И работая в криминальной полиции, изучая сводки именно нашего контингента, понимал, что, наверное, в 50% случаев это люди, имеющие стаж потребления психоактивных наркотических веществ, которые ранее судимы. То есть это последствия вытекают один из другого. Если говорить в целом по работе, на сегодняшний день в правоохранительных органах я уже работаю 29-й год. Конечно, бы все-таки хотелось оставить после себя какой-то след для подрастающего поколения, внести какую-то лепту, да, именно от себя, что-то поменять все-таки в сознании наших подростков, чтобы они задумывались, ради чего они живут и какая цель. Есть такое выражение, что лучше проводить профилактическую работу, чем потом человека лечить. Надо снижать факторы, вообще первичных факторов, вовлечение в употребление психоактивных веществ подрастающего поколения, да уже не только подрастающего поколения. Надо говорить об этом как можно чаще, наверное, чтобы информировать наше население о ситуации, которая происходит сегодня в мире. Разговаривая с депутатами Маслихата, Мажилис парламента, мы приводим удручающие сведения по Астане. Зачастую даже переспрашивают факторы. Это цифры по Казахстану? Это цифры у нас в Астане, то есть по Казахстану они в разы больше. Это вовлечение полностью наших вот подростков именно в такую ситуацию, которая необходима сейчас всем миром, всем скопом работать в нужном направлении. Это изменение законодательства. Это и профилактика, усиление профилактики среди подростков при использовании всех средств и сил госорганов неправительственного сектора. Это усиление подразделений по противодействию наркопреступности, оснащение их
всевозможным оборудованием, IT-специалистами, возможностями получения программ, которые будут отслеживать IP-адреса, устанавливать местонахождение наркосбытчиков, нарколабораторий. Это усиление контроля за логистическими компаниями. Вопросов усиления очень много. Главное, чтобы все общество было к этому готово, и каждый оставался в стороне в борьбе с данной проблемой и вносил свою лепту в противодействие наркопреступности. И только в этом случае мы можем сказать, что наши дети будут жить в нормальном правовом государстве, где будет снижена наркопреступность и потребление психоактивных веществ.